Военная выправка артистизму не помеха. На протяжении нескольких дней фестиваля армейской песни в Сочи музыканты в погонах успешно это доказывали. Перед заключительным гала-концертом цвет военной песни вышел, что называется, в люди на площадку лайфсайт у Южного Мола, чтобы доказать широкой публике, в репертуаре военных оркестров не только марши и гимны. Жанр музыкантов из военного оркестра Санкт-Петербурга – фолк-джаз. Попурри из мировых джазовых шедевров они исполняют в движении, танцуют на сцене и даже спускаются к зрителям. Мы хотим привлечь и молодежь, чтобы военный оркестр не только гимны, марши, но на самом деле военный оркестр мог играть абсолютно разнообразную музыку. Ну и без исполнения традиционных военных песен не обошлось. Когда со сцены зазвучала «Катюша», пела вся зрительская аудитория. Она же и танцевала вместе с солдатами под ритм маршей. Я считаю, что очень большое для особенно для молодежи дух патриотизма повышает, а для более взрослого поколения это как бы ностальгия, память. Фестиваль армейской песни в Сочи собрал сотни исполнителей со всей России и стран ближнего зарубежья. Это музыкальные ансамбли, духовые оркестры, солисты и авторы-исполнители. Полем сражений для них стала сцена. Сухопутные и ракетные войска, военно-воздушные силы, флот и пограничники померились силами в музыке и танцах. Такие творческие сражения в российских войсках продолжаются вот уже 17 лет. Ольга Десятова, телекомпания ФКТ.